появляется. Прежде всего, Гонконг также собирает интеграционные потоки на различного рода услуги, не только на производство, но и на услуги, включая розничную торговлю на территории КНР, маркетинговое продвижение на территории КНР, в силу того, что Китай сегодня стал не просто производственной базой, а большим рынком потребления. И второй момент – это то, что Гонконг помогает выходить китайским инвестициям вовне. Это очень большая важная тема. Гонконг сегодня служит проводником китайских инвестиций в активы, которые расположены не только на развивающихся рынках, но прежде всего на развитых рынках сегодняшнего мира в Европе, в Северной Америке. И такое значение роли, такая роль Гонконга, она еще раз подчеркивается в экономической политики Китайской Народной Республики на сегодня, в 12-м пятилетнем плане, который сегодня осуществляется, роль Гонконга как финансового центра, а Гонконга как профессионала в сопровождении подобного рода сделок по приобретению активов разного рода, начиная от виноградников, заканчивая нематериальными активами на развитых рынках, она, мы полагаем, будет иметь еще более растущее значение. На конференции по логистике и морскому транспорту, которую мы проводим в ноябре месяце, там более 500 участников, там очень представительные докладчики, там практически весь цвет отрасли из Юго-Восточной Азии, вообще с Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому, кому это интересно, хотел бы вас поощрить, подойти к нам, поговорить об этом мероприятии. Опять-таки, говорил уже об интеллектуальных ресурсах, совершенно свежая информация о текущем состоянии рынков, о новых трендах на различных рынках, о новых изменениях в законодательстве. Также здесь можно увидеть success stories, историю успеха технологии в России. Наша организация, как я уже сказал, достаточно большая, имеет такой глобальный характер.